Витископ. Первое, у нас существует система подготовки кадров, у нас функционируют институты физической культуры специализированные, у нас есть кафедры физвоспитания при университетах, при педагогических институтах. То есть специалистов для работы с детьми на уровне массового спорта у нас выпускается достаточно. И здесь сложность возникает на следующем этапе, когда нам нужно, чтобы эти специалисты превращались в специалистов экстра-класса по подготовке спортсменов экстра-класса. И это уже роль федерации. И международный опыт говорит о том, что внутри федерации должны существовать свои образовательные подразделения, которые сертифицируют, готовят и сертифицируют тренеров на каждый последующий уровень. И сегодня мы можем взять Федерацию футбола Украины как пример. Там эта работа уже давно ведется. И я думаю, что вот как раз такая модель должна строиться и в любой другой федерации, которая получает финансирование от государства в спорте высших достижений. Федерация получает деньги от государства как заказ за то, чтобы медали, а точнее даже гимн страны и флаг страны присутствовали на всех международных самых знаковых соревнованиях. Соответственно, федерация должна обеспечить как можно больше результата. От этого зависит ее финансирование. Соответственно, без тренеров невозможно показать этот результат. Соответственно, федерация должна взять на себя труд до подготовки тренеров. Витископ. Спортивное видео.